стройка движется потихоньку. Привезли кольца. Ждали их со вчерашнего дня. Но сломалась машина. Потом Леха поймал мышь, уронил ее в яму, вот в эту. Естественно, сам не полез, но мышь там сдохла. И сегодня время уже не раннее, уже вечереет. И только теперь привезли, видать, починились. Но красота. Вот такие обручалочки. Цену не буду называть, потому что не знаю. Но стоит это дорого. Для меня это баснословно дорого. Это как на море съездить. Опасная эта работа, опасная. Что-то Толя пришел, там бухтит. Контролер. Спасибо.
Строитель наш пришел. Толя все воспитывает. Саша взял уровень. Строить тут кольца эти по уровню. Толя возмущается. Ну, видишь, Саша говорит, что нужно с мембраной, если вставить что? Бак с мембраной, чтобы он давление держал. Я, говорит, если просто, ну, как-то придется даже бак. Должен быть этот такой с мембраной. Груша. А? Груша. Ну, а сейчас 180 сделаем. А? Я ему точно 180 сделаем. Да. Так, ты просто чуть-чуть правильно дай. Мне 50 колодец чтобы его. Ты 3 колодец его. Колодец и 3. А вот эти пальцы надо будет поставить. Это у вас на шире, вот так вот надо. Да, все, опускай его. Все, колодцы. Колодцы с пазами, блядь. Ты только веником должен. Нет, я только этот. Веником сметим, их никогда на раствор не ставим, блядь. Нет, я же на раствор. На горке не буду ставить. Кольцо. Ой, кольцо, блядь. Крышку. Если здесь песок, блядь. Работник не приехал. Поэтому все сами. Российский стрёмный, а белорусский нормальный. Это которые комфортные, по смыслу, не то на охуенно. Так, ну что, раствор подасим, будете? Нет, сюда нет. Не будете, да? Нет, это денег. А у тебя есть щёточка? Щёточка есть? Это руками смотрели, там же не будет. А, чтобы пальчик был. Саня, в земле. Ну что, продолжение следует в следующей там серии. Там,